Лучшие из лучших, талантливые, перспективные. Так говорят в этом зале о молодом поколении. Это золотой фонд Уссурийска. Традиционно в конце года в администрации округа чествуют молодежь. Тех, кто отличился в учебе, науке, спорте и общественной жизни. Вы инициативны и энергичны. Умеете принимать важные решения. Прославляете наш город далеко за его пределами и приумножаете его славу и достижения. Уверена, что вы достойное будущее нашей страны. За плечами каждого номинанта на премию главы немалые достижения. Всего награждают 80 парней и девушек. Все они отличились в определенной области. Ярослав Панфилов преуспел везде. Он играет на скрипке и в театре, хорошо учится в школе, занимается спортом. Здесь он как победитель ученических олимпиад. Ну это интересно для меня. И, ну, допустим, мне неинтересно играть в компьютерные игры. Я больше как бы занимаюсь, читаю книги и участвую вот в олимпиадах. Достаточно почетно сидеть вообще в этом зале сейчас. И я награждаюсь в области науки. Я собрал грамоты за олимпиады за весь год 18-й и конец 17-го. И вот подал, и прошел. А вот Анна Уфимцева уже давно живет танцами. Ее хореографический стаж 15 лет. Профессию студентка колледжа культуры тоже связывает с красивыми па под заданный ритм. Девушку награждают в номинации «За высокие достижения в области искусства». Танцы – это очень сложно, но танцы – это моя жизнь. Я живу этим, можно сказать, дышу этим. Вот, учусь на хореографа, и для меня танцы – это что-то прекрасное. От этого никогда нельзя отказаться. А отказываться и не нужно. Важно ставить новую цель и подниматься на вершину. Вдвойне приятно, когда такие стремления поощряются на уровне руководства города. Премия главы существует уже много лет. Среди награждаемых может оказаться любой целеустремленный школьник или студент. Я так же, как и вы, в вашем возрасте был награжден этой премией. И когда я первый раз награждался, в зале присутствовала моя мама. И когда я получил награду, вернулся в зал, я увидел ее. Она плакала. На ее лице были слезы, и она не могла их сдержать. Знаете, вы должны понимать, что сегодня для вас это всего лишь аванс. Это аванс для того, чтобы вы стремились, мечтали, добивались еще больше побед. До очередного такого награждения 12 месяцев. А это значит, что каждый ученик или студент может оказаться в этом зале. Главное – хорошо проявлять себя в школе, секциях, кружках, побеждать в конкурсах и соревнованиях. Заявки от желающих будут принимать осенью 2019 года. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.